Здравствуйте, дорогие друзья! В седьмой раз мы уже встречаемся за эти три года. Сегодня у нас будет добиваться 95 человек. Вот, я в первую очередь хотел сказать большое спасибо администрации городского округа, которая поддерживает наши все проекты. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел пригласить сюда главу городского округа Красногорск. Это очень хорошо, что у нас в Красногорске есть такая традиция. Она очень, мне кажется, требует мужества определенного. Но сегодня, на самом деле, большой праздник. Сегодня День защитника Отечества. Но еще это праздник, который трансформировался в том числе в праздник всех неравнодушных людей, всех настоящих патриотов. Это очень классно, что у нас в городе, в городском округе есть такой центр. Есть спортивный клуб «Ярополк», которым занимаются наши дети. Вообще у нас в Красногорске очень много детей занимается спортом. Вообще у нас детей очень много.